Комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Кунгура отобрала претендентов на должность градоначальника. Очередное ее заседание состоялось сегодня, 17 сентября. Напомним, в состав комиссии входят представители администрации Пермского края, а также кунгурики. На повестке два вопроса. Первый вопрос – это проведение конкурса испытаний по отбору кандидатур на должность главы города Кунгура, главы администрации города Кунгура. И второй вопрос – это о представлении двух зарегистрированных конкурсной комиссии кандидатов на должность главы города Кунгура. Заявки на участие в конкурсе представили три кандидата. Это временно исполняющий полномочия главы Кунгура Вадим Лысанов, директор 12-й школы Эдуард Камягин и глава Голдырского сельского поселения Олег Штро. Каждый кандидат представил комиссии свою программу социально-экономического развития города. Члены комиссии приняли первое место, конечно, занял Лысанов Вадим Иванович. Проголосовали единогласно 10 человек. И вторая кандидатура – это Штро Олег Игоревич. И 24 сентября уже депутатом Кунгурской городской думы после доклада социально-экономической программы развития города Кунгура, нашей территории, Кунгурской городской думы придется сделать выбор, кто будет глава города Кунгура.